Hey, всем привет! Сегодня, наверное, уже как третий день получается моего влога вроде как. Сейчас мы с вами загрузим новую музыку на мой iPod, потому что, если вы не знали, у меня iPod, в общем, батарейка села. Я им не пользовалась где-то недели-полторы, и у меня полностью разрядился iPod. То есть вообще не включался даже, вот, я его сама починила, сама заменила батарейку, да, кстати, у них можно заменить батарейку, как оказалось. Вот, если кому-то интересно, кстати, я даже видео снимала, как все это делала, ну, какие-то части, скажем так. Вот, если интересно, дайте знать, я вам покажу, как это делать. Вот, что еще? Сейчас мы загрузим немножко новой музыки, потом поедем за покупками. В общем, мне нужно сегодня в Хобби-Лобби, я хочу съездить в TJ Maxx. Не была там ни разу, но это как Ross, я о Ross говорила уже в одном из своих влогов. Магазин такой, где все-все-все очень дешево, даже можно, например, парфюмы, знаменитые бренды, да, купить за где-то в два раза дешевле, то есть за даром почти. Вот, хочу посмотреть, в общем, коробочки, органайзеры сегодня себе. Мне нужно купить корм собаке, кошке, мне нужно купить себе немного фруктов, нужно что-нибудь поесть сегодня в Старбаксе. В общем, у них уже вот 4 недели подряд, сегодня 3 недели, но, в общем, в общей сложности 4, в общем, недели у них. Делаю такие акции, в общем, в прошлый раз был, по-моему, купил один чай, другой в подарок. Сегодня, в общем, с покупкой напитка себе в подарок какой-нибудь, я не знаю, кекс или маффин, что ты хочешь там себе взять. Вот, так что обязательно нужно заехать в Starbucks. О, кстати, заметили новый цвет стен моих? Мы все покрасили, все докрасили. Я вчера ночью уже как бы свою мебель вносила, еще ничего не расставлено, естественно. Приехала я в TJ Maxx, потратила, в общем, 100-500 лет зря, загружая музыку, потому что обновился iTunes, и знаете, когда эта зараза обновляется, каждый раз, в общем, не синхронизируется iPod, мне потом приходится тратить 1000 лет, чтобы все это поправить, в общем, музыку загрузила, как бы на iPod-то ничего не загрузилось. Как вам сумка Michael Kors? Нравится, она слишком большая? Не знаю. То есть, видите, все шампуни, кондиционеры из дорогих салонов, все здесь в два раза дешевле. Как минимум 50% дешевле, чем где-либо еще. И нашла свой маленький рай. Столько чашек и бокалов. Я не знаю, если вы не знаете, я обожаю. Я коллекционирую чашки и бокалы, так что просто... Приехала я, значит, за корзинками, да, для, как бы, за органайзерами. Органайзеров здесь дешевых не нашла, зато потратила $70 на белье. Да. Вот, так что надо сейчас куда-нибудь еще поехать. Хочу все-таки найти какие-нибудь дешевые органайзеры. Вот, может быть, все-таки надо доехать в Ross. Здесь, кстати, здесь как-то все, скажем так, поприличнее, но все дороже немножко. Не то, что, не знаю, как-то нет таких... прям выгодных-выгодных сделаю. В смысле, как-то есть, но, например, в Ross, мне кажется, все-таки домашние какие-то, все для интерьера, и вот эти вот органайзеры те же самые, гораздо дешевле, чем здесь. Так что, наверное, поедем туда. Наконец-то, блин, столько пробок на дорогах, это вообще кошмар, короче. Там везде у нас тут реконструкция дорог идет. В Оклахоме вообще любители, короче, дороги ремонтировать постоянно, на постоянной основе. Вот, везде дороги, короче, меня чуть не врезались, и вообще все подрезают, пытаются, наглые, короче. Вот, сейчас я приехала в магазин, где все очень-очень дешево. Я вообще в таком дешевом магазине хожу. Вот, но это прямо около моего дома, мне нужно, в общем, собачий корм здесь дешевле гораздо, чем где-либо еще покупать, и кошачий корм. Вот, сейчас мы с вами наберем чего-нибудь. И, кстати, у них здесь есть тоже для дома есть какие-то вещи. То есть, может быть, у них здесь будут тоже эти корзинки вот эти вот, которые я ищу. Может быть. Короче, корзины, которые я хочу, тут нет. Здесь есть вот всякие такие, но они что-то как-то дорого. Все, в общем. Есть вот маленькие, но маленькие, мне, думаю, ничего не сделают. Вот. Зато нашла, в общем, здесь свечки со Skittles. Ну, вот очень вкусно пахнут, кстати. Вообще очень вкусно, много всяких свечей.
как говорится, up next. В общем, здесь есть, называется warehouse market или что-то такое. В общем, место, где вроде у них вот свежие фрукты, овощи, вроде должно быть как-то все подешевле, но здесь на самом деле ничего не дешевле. Walmart все гораздо дешевле, чем тут. Вот, ну просто это близко к дому, ездить никуда не хочу. Говорю, трафик везде ужасный, короче, везде просто пробки. Вот, как бы не хочу, в общем, на свою Камару лезть во все эти дела. Вот, пришла просто фрукты себе сейчас, наверное, куплю, и потом еще заеду в Волгрен за молоком и за колой, бо. Да. Клубника с 99 центов, что-то вообще странно. Надо брать. Смотрите, что нашла. Польская колбаса. Итак, итоги дня. О! Добралась сегодня, обращайте внимание на этот мусор, это все из моей комнаты вчера после покраски. Вот, накупила, набрала, денег кучу потратила, а не купила, короче, то, что зачем именно вообще выезжала. То есть, как обычно, в общем, все. Если кто-то из вас просто фанатик здорового питания, сейчас отвернитесь, потому что я себе приготовила покушать, потому что мне лень. В общем, вот, сосисок наварила, купила я сосиски. Вот, у меня есть майонез из российский, Махеев. Хе-хей, знаете, сколько я плачу? 2,99 за него. Вот. И кетчуп наш щедро за 99 центов. Вот. У меня лицо сейчас такое белое, как у привидения. Hello. От окна просто свет падает. В общем, всем привет! Я решила, что мой, скажем так, уикендный влог нужно, наверное, сделать недельным влогом, потому что я вчера что-то особо ничего не делала, никуда не ходила. Вот. Поэтому решила, что я буду продолжать записывать. Не обращайте внимания на бардак. Я только что пришла с работы, выгляжу я ужасно. Сегодня я буду декорировать. Но вам ничего не видно теперь. В общем, купила себе я вот таких вот, в общем, там бабочки. Еще много всяких разных вещей к Пасхе, к весне, скажем так. Вот. Я декорировала свой дом к Рождеству. Вешала всякие декорации сверху. Собаки моей крышу понесло. Вот. С потолка как бы мне свисали всякие декорации разные. Если кто и не видел видео, я оставлю ссылку под этим видео. Можете посмотреть, если кому-то интересно. Вот. Как бы крючки я там же оставила, потому что я декорировала, украшала. Также эту комнату на День Святого Валентина. Вот, сейчас буду делать, в общем, к Пасхе, к весне, скажем так. Вот, а потом вечером в 7:30 нам нужно будет ехать. Еще очень через полтора часа мы едем на ужин сегодня с родителями Бо. Hey, всем привет, извините за мое такое состояние. У нас тут торнадо на земле, короче. И прям недалеко от нас, в общем, мы сейчас закрываем магазин. Вот, что необычно, мы вообще никогда не закрываемся, но это вообще жесть. Я никогда так близко не была к торнадо и просто... Простите, что много не записываю, сейчас, конечно, экстренная ситуация. That's right there is the wall cloud. So it's coming this way. It actually hit Sand Springs at half a mile wide. It looks much lighter on camera. How far is your house? Do you have a shelter? If you don't have a shelter, stay here. No, we don't. We're in apartments. You know apartments up there? Oh yeah, it's turning. It's seriously turning. I see it. Onida and Nainola. This includes Interstate 44 between mile markers 214 and 243. Yeah, you can come in. Oh, the siren is again. Do you want out? I don't know.
Итак, у нас вообще такой дурдом, короче, торнадо на земле. Все, в общем, кружится вокруг, куски металла с крыши летают, это создание напротив. Вот. Но Walgreens никогда не закрывается, поэтому мы открыты. Вот, мы открыты и... как тут темно. Мы открыты, в общем, тут у нас люди внутри, мы всех держим. Ну как, не заставляем никого, конечно, с нами оставаться. Вот, ну просто люди вроде... Понятно, в машине находиться сейчас самое глупое, что можно только придумать, вот. И у нас здесь вроде как холодильник, самое безопасное место, потому что когда в Мур, вот 2 года назад был торнадо, я знаю по телевизору, там даже в России у нас показывали, вот. Все разнесло. И Walgreens, магазин полностью снесло, вообще ничего не осталось, кроме морозильника, вот этого морозильника-холодильника, потому что они металлические, огромные и привинчены, в общем, они к земле. Вот. У нас, короче, сейчас фонари все запаслись, все с фонарями, свечами, сидим, ждем. Вот. В некоторых местах, короче, здесь град размером с бейсбольный мяч идет. Вот. На севере сейчас унесло магазин Donut Shop. Вот, маленький, так скажем, ларек, в общем, больше ларька гораздо, конечно, унесло, в общем, разнесло полностью, вот, торнадо на земле, вот, то поднимается, то опять опускается, в общем, вот, и у нас на улице сейчас выходишь, и можно видеть прямо на камере, к сожалению, пытался вам снимать, ничего толком не видно, ну, прям облака, в общем, так крутится все, ой. Вот, в общем, сидим, ждем, время на дворе где-то 6 часов, то есть должно быть светло, но, как видно на видео, думаю, это темно, вообще темнота. То, знаете, темно стало очень-очень быстро, просто буквально за минуту, за две, это прям бум, темно. Резко пошел дождь, как из ведра, град, в общем, жесть. Вот, в общем, сидим, радио сейчас слушаем, ждем новостей. Итак, на дворе 8 часов вечера. Как-то все более-менее успокоилось, торнадо нас не задел, прям... Знаете, буквально, наверное, километр от нас, если даже не меньше, в общем, торнадо прошелся по земле, вот, особо сильных разрушений вроде как нет пока нигде, простите за мой внешний вид, вот я сейчас, у меня понятно, что я не ел ничего, вот, купил себе ланчеболс, в общем, вот такие у нас тут продают, то есть тут вот внутри выглядит вот так вот все, конфетки и вот, и напиток еще вот такой, в любом случае. Я сегодня так устала, блин, видно, маркер на шее красный везде. В общем, да, было, конечно, это жестко. У меня красивые фотографии получились даже, я уже выложила ВКонтакте, я уже, то есть, еще раз видели эту фотографию к этому моменту. Я с каждым разом выгляжу все ужаснее и ужаснее. Наконец-то день этот сумасшедший закончился. Сегодня вообще ничего на работе толком не сделала, на самом деле, я так понимаю, потому что просто... Весь день потратили мы на то, чтобы разбираться с этим торнадо. Вот, у нас все хорошо, нас не задело. Один человек погиб в общей сложности. Вот, 50, по-моему, семей остались без дома. Потому что, знаете, в Америке живут здесь многие в этих трейлерах. Вот, и эти как раз трейлеры-то и все посносило. В Сент-Спрингс, это, короче, где родители Бо живут, только там еще немножко на север, так, ну, буквально там 5-10 минут, потому что они тоже относятся к Сент-Спрингс, но они между Сент-Спрингс и Сеппалпо живут, в общем, вот. Там, в общем, все посносило к чертям собачьим, вот. Но не так сильно, конечно, как, вот, например, в Мур, когда у вас там еще показывали по телевизору все. Вот, ну, прилично, в общем, досталось сегодня всем, вот, страшное дело. Зрелище, конечно, захватывает дух, на самом деле, стоять вот так вот, и я понимаю, почему люди гоняются за торнадо, да, здесь многие любят садиться в машины и мчаться за торнадо, чтобы смотреть, фотографировать там, да, снимать на видео, вот, это, конечно, здорово, но стоишь, смотришь на все на это красиво. Но, блин, это так страшно. И ты задумываешься, да, о последствиях. Если бы вот из-за этого как бы не умирали люди и не сносились к черту к собачьим, там, да, к чертям собачьим дома, то это было бы, конечно, здорово. А так вот страшно. Вот себе наложила клубнички, банан мой любимый, игрушку и йогурт. Чабани, в общем, Greek yogurt с blueberry. Очень по-русски сейчас сказала, ну и чай. И Лекси. Привет, скажи привет. Лекси, скажи привет. Лекси. Пап спит.
Спасибо огромное вам, ребята, за просмотр. Я вас всех очень люблю. Да, до новых встреч. Пока!